Всем доброго времени суток, с вами Наташа. Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня будет мастер-класс, как сделать вот такие нарядные бантики из кожезаменителя, а также вот кожи, которая продается в магазинах ткани мягкой кожи, плюс такая вот жесткая кожа из курточек. Украшены они все по-разному. Идей много. Кому это интересно, оставайтесь со мной, я покажу. Делала я это все по такому покупному шаблону. Это специальный такой металлический нож для вырубки. Использовала я при этом вот такой станочек для вырезывания кожи. Покажу, как надо правильно распределить складку бантика, как сшить его, чтобы получилось ровненькие и аккуратненькие складочки на каждом бантике. Кому такая идея по душе, оставайтесь со мной и смотрите видео до конца. Приятного просмотра!
Спасибо.